Эстафета добрых дел добралась до первой полевой улицы. Спортплощадка во дворе дома номер 38 преобразилась за считанные часы. За кисти и валики дружно взялись сотрудники коммерческих организаций. Мы предложили нашим общественным организациям, представителям бизнес-среды, принять участие в мероприятиях по проведению субботников на наших муниципальных спортивных площадках в рамках летнего периода 2019 года. В настоящий момент, вот уже мы проводим третье мероприятие, мы очень рады, что на этот призыв откликнулись наши предприятия, наши коммерческие структуры, общественные организации, которые раньше были исключены, да, может быть, из каких-то общественных пространств с точки зрения проведения мероприятий, в том числе там, добровольческих событий. Нам видится, что данное мероприятие очень полезно для всех заинтересованных сторон, потому что мы говорим о развитии социальной ответственности, о управлении корпоративной культуры. Добровольческий проект для корпоративного сообщества появился в этом году, и взрослые втянулись в волонтерство с не меньшим удовольствием, чем дети. В субботниках однозначно облагораживаем город, красим деревья, убираем листву, то же самое же красим, какие-то здания, помещения. Ну просто это здорово, помочь, сделать что-то доброе. Поэтому согласилась, пришла. Познаем благотворительные у нас бывают. Акции всякие к 1 сентября собирали. В Шуе, в детском доме тоже забор красили. Спортплощадка на Первой полевой уже третья по счету, где проводят работы. На 9-й Сосневской и Ташкентской территорию уже облагородили. Фронт работ, что и как именно изменится к лучшему, каждое предприятие определяет самостоятельно. Я надеюсь, здесь станет гораздо лучше, чем сейчас. Мы покрасим то, что нужно покрасить, сделаем, облагородим те там, спортивные сооружения, которые здесь есть, натянем сетки. Я думаю, что жителям, которые здесь каждый день, да, бывают, они отнесутся к этому, к нашей работе, к итогу нашей работы с большим позитивом. Пока взрослые трудились на спортплощадке, детям предложили поиграть в дартс. А завершился большой субботник викторинами и конкурсами для местной ребятни. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.